творческое объединение писателей и киноработников, сокращенно PC-кинорабы, совместно с Центром паранормально-медитативной музыки «Аракуниан Шаман Продакшн» при непосредственной поддержке засекреченного фонда Z представляют безобразно единообразные, фантастически бомбический, героический, зомбический сериал «Небездящие мертвецы». Третий сезон. Серия 6/82. Ребятушки и девчаточки, я вас категорически приветствую на своем канале «Жук в муравейнике», с вами дядь Саша Великий Ужасный. Сегодня на календаре у нас 14 августа 2022 года. А что это значит? А это значит, что сегодня у нас День строителя. Он отмечается во второе воскресенье августа. А сегодня выпало на 14-е, так что всех строителей сердечно, категорично поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю им всевозможнейших успехов в их труде. Ну, под строителей, как вы сами понимаете, можно подвести огромное количество различнейших профессий, так сказать, и направлений. Я даже вряд ли смогу их все перечислить. Так что каждый, кто себя в душе или, так сказать, по трудовой книжке считает строителем, можешь нынче смело праздновать. Ну и разумеется, как всегда, привет 155-й бригаде, отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, большой пламенный привет. Евгений Павлович, соответственно, тоже. Будь здоров, Евгений Павлович. А мы с вами продолжаем. Что там говорилось-то, шестая? Дробь. Что-то в моих записях-то сказано. Записи мои где? Дневники полковника. Так, обратимся к дневникам полковника. 6/82. Так, серия 6/82. Третий сезон. Ездячих, который в данный момент называется «Небездячий Ватсон». Заводите свой. А чё это не заводится? А вот так. Вот, ходить папа, не хотел заводить, ты понимаешь, да? Но от меня теперь так просто не скроешься. У меня есть второй монитор, за что спасибо большое нашему темному автору, он мне его подарил. И у меня на него отдельные ярлычки выделены, вот запуск КамАЗа отдельно, так что если он, КамАЗ вдруг почему-то не заводится, я прям кликаю сразу на второй монитор, и он раз и завелся, вот так вот сразу. Так, ну что, продолжаем. Куда приехал-то? Я приехал, ага, здесь где-то должен быть склад. Так, здесь еще будет большой. Так, а что у меня там второе оружие? Ага. О, пацанов, сколько стоит, ни хрена себе. Так, а что я там? Могу что-нибудь себе сделать? Ничего не могу сделать. А что у меня? Ага, есть у меня там кири? Гранаты. Ага, баночная бомба. Ее давай-ка вот сюда. Ой, слушай, у меня и коктейль Молотова есть. Кто быть желает молот, пусть всегда метает молот или хотя бы коктейль. Пацаны, ну давайте я вам передам привет. Вот, привет вам. И вам тоже. И вам. Ой, там большой. Слушай, а я еще хотел сигналку на них испытать. Блин, большой, ты че ушел, паразит такой? Ладно. Слушай, может давай большому сигналку? Оружие дальнего боя. Давай попробуем большого и сигналки пострелять. Ой. Ты ни хрена себе. Так, этого в рукопашную. Так, блин. Отмена, Шурик. Так, тихо, большой. Большой, тихо. Да блин, Шурик, назад, целься. На, гори, паразит такой. Горишь? Гори еще раз. Вот так. А что это он плохо так горит? Я что-то не понял. Все, большой сдох. Блин, а что он не сдох до сих пор? Я что-то не понял. Большой, а что за хрень такая? Все, сдох. Так, у меня есть антивирус? Есть. Что-то какая-то непонятка произошла. Ладно. Где-то тут рация пикает. Что-то он меня не затоптал. Так, тихо. Тихо. Ой, сколько пацанов там идет к нам. Ой, сколько пацанов. Пацаны, Ранаткова. Как вы к этому отнесетесь? Бабах! Ой, как их всех порвало. Так, где-то тут рация. Че? Страшно было? Когда дядь Саш тут бегал. Где рация спрятанная? Тихо! Вон она, рация. Вот она. Вот она.
Так, что там в рации у нас лежит? Опа-на, дубинка тупая. Тупая дубинка. Иди сюда. Вот так. Так, ветошь. Я вас сейчас буду вот этой секирой. Секирой секирить. Секирой Петровна, я вас буду вот так вот на тебе. Главное вот эту бочку не стрельнуть, да. Она взрывает. Она взрывоопасная. Так, у меня же где-то тайничок. О, батарейка. А, вон он. Ну ладно, сейчас все залутаем, а потом придем в тайничок. Так, еще одна батарейка. Фига себе, батарейку-то надавали. Вы мне лучше антивирусол выдали. Так, антивирусол. Ах, тут подвал у нас. Блин, в подвале может сидеть большой. Большие чуваки. Так, главное в подвале не начни стрелять из сигналки, да? Там может отлететь назад. Так. Ой. Ой, бегут неуклюже. Ой, бегут неуклюже. Так, да я здесь. Куда ты лезешь? Куды вы лезете? Ой, Шурик, это ты кот в пустоту машешь. Угу. Патроны 45-го калибра. Почему здесь нет дезертыгла? Требуем дезертыгл в игру. Под 45-й. Хотя дезертыгл, насколько я помню, под 45-й-то не выпускается. Он 44-й магнум. Кажись. Кажись, нет там 45 SCP. Хотя, может, я ошибаюсь. Ну, в моем справочнике он был только под 44-й магнум. У него все калибры были магнумовские. Не было, короче, там 45 SCP. Только 44 магнум был. На! На! На, Бонифаций. Так, канистра. Слушай, давай что-нибудь съедим. Ну что, в подвал полезем. Мы там можем и сдохнуть. Глянь, нам нечего с тобой это скушать. Кушать с нечего. Так, давай в подвал залезем перед тем. Не-не-не, давай в тайник что-нибудь сложим, прежде чем в подвал лезть, да? Вдруг есть что-то, так сказать, важное, чтобы можно было в тайнике оставить. Ну, сейчас подойдем к тайнику, а то вдруг я в подвале и сдохну. Да, это может произойти. Это запросто может произойти. Ну, в подвал надо. Там может быть что-то интересненькое. Да и вообще надо уметь лазить в подвалы. Много вас таких ходит в мой подвал. Так, а с чем же мы в подвале будем пулять? Ну, пулять-то я не знаю. Главное, не какашками пулять. А с остальным-то разберемся. Так, сейчас у меня это поломается моя сабля. Поэтому давайте мы вот об этого саблю доломаем. Нет, я его с одного удара. Так, об эту и об эту. Чтоб... Вот, все, сабля поломалась. Все померли, сабля поломалась. Шурик, надо поспешить в подвал оружие ближнего боя. Дубинка, тупое, клинки. Оружие дальнего боя. Кольт как раз 45-го. Слушай, ну давай его сюда поставим. Может, вот с эту популяем? С МПХи? Она скорострельная, да? Так, она скорострельная, да. Ты хотел перед подвалом заглянуть в это. В... Блин. Заглянуть в тайник. Надо быстрее, пока антивир не перестал действовать. Ладно, тогда пошли сначала в подвал, потому что сейчас антивир перестанет действовать. А если ты там сдохнешь? Ну, сдохну, значит, как говорится, туда мне и дорога. Так, а где подвал? А, вот он. Так, включаем свет. Там проблема может быть большой. Ага. А чё всё мимо? Ну, охренеть, чё всё мимо-то летит? Так, вон там, смотри, какая толпа. Ну, это вообще эти... Это кто тут? Миленсгаузен, и нет. А, да, Миленсгаузен. Ой, вот это я понимаю, крошильня! Всё? Всё. В подвале есть антивир. Ну, я же знаю, что я не зря сюда шёл. Угу. Ну, тебе повезло, что здесь этих не было Ахтунг-Панталонинов. Че, не зарядил, что ли? Ахтунг-Панталонинов не было. Кухонный нож поломанный. Так, вот он антивир. Сюда, сюда. Так, обыскиваем все. А теперь, о, прицел. О, прицел. О, прицель.
Так, оружейные патроны. Я их, наверное, сейчас в тайник складю, да? Ну да, наверное, склади их в тайник. А потом, когда у тебя будет там это... Типа сайга, или как его там называют. Можно будет забрать, если ты, конечно, сюда с ним приедешь. Так, 762 патроны. 762 патрона мы еще подумаем, что делать. Тоже сложить их в тайник или тащить их с собой. Ну ладно, выходим из подвала. Подходим к тайнику. Выключаем свет. Так, а появилось что есть? Есть что поесть? Ага, консервы. Во. Пишет, что перевес. Да сейчас мы половину сгрузим, не переживайте. Там еще раз рыбные консервы. Пожрем рыбных консервированных консервов. Так, угу. Так, антивирь сразу принять. Ух ты, блин! Это что она? Лежала и сдохла? Фига она меня напугала. Так, хранилище. 36 килограмм в нем. Слушай, тут есть калаш. Калаш. Боевой нож, клинки, изолента. Так, что у меня тут тяжелого? 110... Ровно. Так, ну что, пистоль мы сюда перемещаем, да? В хранилище. Угу. Так. Пистоль в хранилище. Значится, вам нужен прицел? Нате, забирайте. Целеуказатель, нате, забирайте. Так, что у нас по боеприпасам? Смотри, у нас 12-й калибр. 7 килограмм. Переместить все. Так. Ох, тут заполнено полностью хранилище. Так, тогда, значит, хранилище теперь. Теперь хранилище. Это все, да? Что тут у нас есть? Калаш. Дать мне калаш? Не калаш тебе, калаш. Так, вот я не знаю. Шестеренка, прицел, патроны. Образец крови сюда кто-то напихал. Масляный фильтр, лом. Целеуказатель. А что тут так много весит? 6 килограмм клинки лежат. Патроны 7,62, 90 штук. Так. Патроны мне. Переместить все. Ну и давай калаш мне. Так. Я вешу 110 килограмм при этом, да? Так, тихо. Давай разберемся с нашим имуществом. Так, кровь. Выбросить. Мы выбрасываем, короче, 20 штук. Оставляем себе 5, да? Да. Так, красный обруч ни хрена не весит. Так, светошумовая граната. Так. Хис. Выбросить все. Так, вот светошумовой сюда можно, Светлану нашу. Нашу Светлану Сергеевну, миссис Флешку положить. 37 килограмм можно положить. Так, давай мы туда светошумовых положим немного. Так, кухонный нож мы вообще сейчас выкинем. Так, где у нас тут светошумовая? Так, вот она. Так, передать. Давай мы 4 передадим. Так, соль ничего не весит. Спирт. О, давай мы спирт. А, нет, погоди. Да, спирт давай сюда передадим. Так, пластиковая бутылка, она ничего не весит. Патрон для ракетницы. Так, патроны 9 мм. Кровь, фильтр, лом. Давай лом чуть-чуть, он ничего не весит, передадим. Так, кухонный нож вообще надо выкинуть. Так, ну вроде пока все, да? Загрязненная вода, дубинка. Вам нужна дубинка? Доска. Давай доску туда передадим. Так, загрязненная вода. Да загрязненную воду давай выкинем. Так, вешу я 94 килограмма. Все, поехали. Уезжаем. Харе пока. Ну, надеюсь, я не пожалею. Ой, погоди, батарейка-то не подсложил и не глянул, сколько тут лежит. Так, давай, по батарейкам что-то я забыл. Так, а батарейки у меня в какой лежат разряды этих? Батарейки здесь? Здесь? Да. 3 батарейки, а здесь 2. Ну, пусть остается. Я думаю, мои не надо пока убирать. Ладно, поехали. Калящ. Я везде здесь побывал? Да, везде. Так, ну все, поехали. А машина может до следующего пункта доехать? Да, может. Вон в ней 2:1. Трын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Поехали. В убежище давай приедем. А мы теперь мимо Мишки едем, да, из-за того, что в убежище. Ну ладно, сейчас в убежище перекантуемся. И рванем дальше. В сторону болотистой местности поедем. На болото. А поедемте на болото.
Так, в убежище можно прокачаться. Там бесплатный этот, как его зовут? Бесплатный передаватель знаний. Его не надо запитывать электричеством. Точнее, там электричеством, но... Не надо тратить никаких батареек. Так, вот я еще тут канистру видел. Еще давай возьмем канистру. Батарейку выдали. На халяву. Знания еще добавили. Очень хорошо. Прекрасно. Так, давай себе всяких лекарственных штучек понаделаем. Ну что, топор что ли? Не нужен топор. Пусть останется кому-нибудь, кто поедет после меня. Так, вот мы электричество включили. Бомбу. Давай сделаем бомбу. А, нет, я не могу ее сделать. Погоди. А что ты мне пишешь? Одну могу сделать. Детали ближнего боя. Нет, это нам все не надо. Не нужны нам никакие детали. Компенсатор на винтовку. Кстати, нормальная тема. Добавляет немного урона. Сейчас повесим. Так, вот в этой бочке что есть? Ничего нету. Так, обвес. Компенсатор. Так, пока будем стрелять вот с этой пушки. Правильно, правильно. Так, давай мы сразу понаделаем себе. Так, лекарственные травы. Противоядие. Я ни разу, кстати, противоядие не применял. Прям вот интересно. Вот только знаешь, в чем прикол? Сами травы ничего не весят, да. А когда начинаешь из них делать всякую фигню, они сразу начинают весить. Это, конечно, нас немного расстраивает, что они нам добавляют веса. А просто травами они ничего не весят. Ну, побольше тонизирующих. Так, я так и не разобрался с крафтом одного изделия какого-то оружейного. Я так с ним и не разобрался. Ну ладно. Так, это что такое? Сопротивление в ближнем бою. Вы улучшаете свою беговую форму и становитесь все быстрее. Не, мне нужен рюкзак. Ах, ну ни хрена, сколько на него надо. Позволяет использовать рации. Так, больше топлива. Ага. Самодельный огнемет, вот он. Так, научитесь делать бомбу сигналом. Нафиг она мне не нужна, это ваша дурацкая бомба с сигналом. Так, сопротивление в ближнем бою. Скорость передвижения, что там еще есть? Где там всякие стрельбы? Это что такое? У вас лучше получается сохранить свое оружие ближнего боя. Ага, так, это ваши больше очков, кстати, да? Кстати, да. Ага, это все? Это все. Это все. Все пока. На этом пока все. Что там по весу? Ладно. Оружие ближнего боя. Карманный нож выкинуть. Кухонные выкинуть. Дубинку тупую. Хотя из этой дубинки можно было сделать, по-моему, что-то электрическое, да? Да, ну ладно. В другой раз. В другой раз. Так, теперь надо решить, куда поехать. Ну, я хочу поехать вот через это. Здесь тайников больше. А сразу давай до тайника. Да, поехали сразу до тайника. Поехали до тайника. Там, конечно, может быть какая-то нибудь фигня. О, я, по-моему, помню эту локацию. Я, по-моему, понял, что это за локация. Здесь большой будет. Большенький. Вот так вот. Вот так вот, паразитов. Че, поиграем опять с сигналкой? Оружие дальнего боя. А сколько для сигналки выстрелов осталось? Мало осталось выстрелов. Так. Тут сзади. Вот он, кстати, паразит сразу стоит. Ой, ты ее не зарядил, Шурик. Не загорелся ни хрена. Опять не загорелся ни хрена. Опять не загорелся ни хрена. Ну вот твою дивизию. Ой, прыгунцы на уши. А я думал, он умер. Дядь, я думал, ты умер. А ты, оказывается, живой остался. Гля, он и горит. Слушай, странно, что
На него сигналка так особо не действует. Бля, машины все покалечены. Тут должны быть антивиры, это я точно знаю. Выглядит неплохо. Да уж, лучше не бывает. Так, сигналка. Ладно, тебя пока оставлю. Но вообще надо тебя нахрен уже выкидывать. Чё-то ты начинаешь мало радости приносить. Стрелял, стрелял, все мимо и мимо. На тебе в тыкву. Ай, попало! Ай, попало! Ай, как больно нам попали. Так, антивирь где на машине стоит? Пошли, заберем. Ага, туда еще залезть сначала надо на эту машину. Ура, у нас есть антивирус. Так, антивирус, антиквартирус. Вот не просрать бы все это, да? Зазря. Ну, ты внимай. Так, ага, пик-пик. Пик-пикалка пик-пикает. О, воги дали. Мою ноги, я в дороге. Нам тут выдали, блин, воги. Так, гаечный ключ, компенсатор. Воги дали, это хорошо. Слушай, а что здесь показано? Подвал какой-то? Здесь подвал есть? Я на такой локации. Мы на маленькие следы не натыкались. Гуа! Что-то новенькое. Какой нахрен подвал? Не было тут подвалов, уже перевес. Ну, потому что винтовку спортивную надо выкинуть, да? Да. То урон выкинуть. Да и ракетницу давай нахрен выкинем. Боеприпасы. Одна сигнальная ракета, выкинем ее. А, погоди, там надо выкинуть все. Выкинуть все, выбросить. Во, 101 килограмм. Так, вога только 3 дали. 3 вога дали. 3 вога. Блин, 45-го калибра у меня много, кстати. Под него бы что-нибудь найти и пострелять. Так, ага, это чуваки, тяжело бронированные цели. Это тяжело бронированные цели. А вот, кстати, подвал, да? А вот, кстати, и подвал. Сразу в него полезем или потом? Чуть я даже не знаю. Чуть не ожидал здесь подвал, между прочим, встретить. Ну, кого интересует, что-то ожидал. Тут тетка-то одинокая меня ждет. Так, ну сейчас антивирь тогда обновим, да? И полезем в подвал. Вот, кстати, тут из капельмейстера можно взять антивирь, но у меня уже полный, поэтому вот этот колем. Берем антивирь из капельмейстера. Ну, полезли в подвал. Полезли, полезли. Так, ага, красный ящик, в нем оружие. Так, в нем кольтецкий. 5,56 патроны дали. Ну, кольтецкий надо выкинуть. Так, гранату дали. Так, значит, оружие дальнего боя кольтецкий выкинуть. Так, ой, не то включил, не то включил. Так, берем кольшурик. Пошли с кольтом в подвал. Надеюсь, ты там на большого не наткнешься. Ну, я тоже надеюсь, да. Могу, конечно, встрять. Да, могу встрять. Ну, а что я могу сделать? Вот, кстати, вот этот туман, если здесь выстрелить из сигналки, он взорвется. Вот этот туман, он взрывается. Это я в баллон попал. Так, ну здесь еще кто-то должен быть. Эти чуваки здесь не могли быть только впятером. Так, я в баллон попал. Это как бы не страшно. Большой есть? Нету? Нету. Странно, не было тут большого в подвале. Слушай, раньше у меня здесь подвалы не попадались. Обезглавливающие. Приказ. Слушай, а когда мне двухбарабанный магазин будет попадаться? А его, наверное, надо купить, да? Он там еще... Он мне еще его... Мне его еще не предлагают. Наверное, по рангу он мне пока не положен. Да... Так, мне он по рангу не положен. У меня уровень только он 25-й. Поэтому найн двухбарабаниус магазиниус. Ну или когда выкупишь всю дребедень, тогда будет двухбарабанный магазин. Не раньше. Так, значит, что мы там... Вот это мы выкидываем, спортивную винтовку. Что-то где-то я опять в перевесе каком-то нахожусь. А что я набрал? Так, а что я набрал? Не знаю, что ты набрал. Может, боеприпасов.
Так, карманные предметы. Так, противоядие нам не надо. Давай тонизирующую травку хрепнем. И давай еще раз тонизирующую травку хрепнем. Так, что на карте у нас? Ага, ну что, поехали активировать. Вон канистры рядом. Ну давайте, пацаны, приходите. Приходите, я завожу. Я завожу Шарманиус. О, Шарман. Ой, ща побегу со всех сторон. Ой, это ж... Это как он... Как он называется? Миллинсгаузены. Это Миллинсгаузены были. Нафиг отсюда. Ай, не попал. Не попал. Ой, заклинило. Опять Миллинсгаузены прибежали. Так, пора взглянуть, что там внутри. Пацаны, погодите, не ломайте сильно. Так, ракетница, светошумовая, патрон для ракетницы. Мы это брать не будем. Нам это не надо. Спасибо, конечно, большое за ваше предложение. Поскольку ни на какие дела не, больше не колется, они, конечно, ухватятся за его предложение. Так вот, спасибо вам за это предложение. Мы не будем за него хвататься. Эй, он здесь, Шурик. А, я понял. Ага, этого будем бить так. Руками. Коды. Вот так вот. Отдыхайте. Дневник. Блин, мне 100 знаний надо набрать для этого. Для нового рюкзака, ты понимаешь, Шурик? 100 знаний. Ну вот батарейка очередная. Так, патроны дайте. Лазерный целеуказатель. Тут, по-моему, еще один антивирус должен быть. Вот этот вот знак вопроса. Или еще одна... А, нет, еще одна канистра. Все, тогда валим отсюда. Быстро канистру себе в бак. И погнали. У меня, правда, антивирус еще есть запасной, да? Ну да, вон светится. Вон тут женщина стоит. Че? Постучим ей в спину аккуратно пулей 5.56. Ой, тут еще две. Ну, этим уже придется не в спину стучать. А так, что тут у нас? Кванистра прячется. Кванистра, с нами пойдешь. Так, у меня пока только одна мутация. Одна ячейка здоровья. Отдана на откуп мутации. Точилу заправил почти по максималочке. Хорошо. Ну, седайте, туточки. Жаль, конечно, что вместо первой ячейки мутации мне не выдало увеличение переносимого веса на 50%. Ну, что поделаешь? Опять тайник с припасами. Конец горок. Ну, тут, значит, большой будет. Прыгун сраноухий. Ну, и всякая другая шушера. Полный набор уголовной шушеры. Бабах! Вот так вот их всех порвало. Главное, так втихаря, такая тихая бомба, так тихо-тихо рвет. Тихо-тихо ножки отрывает. Слушай, мне этих Светлан Сергеевна понадавало. Давай мы их куда-нибудь повыкидываем. Вон той. Ой-ой-ой-ой-ой, какая толпа. Так. Карманные предметы. Вот он. Где там наши светошумовые? Вот она. Светошумовая. Давай вместо тебя мы. У меня их 7 штук. Короче, они сейчас сначала будут просто падать, а потом их начнет убивать через какое-то время. Видишь, они сейчас все вырубают. Их должно убить потом. О, нет, еще не убило. Ну, должно порвать, они урон тоже дают. Блин, тут эти идут. Ну, ребят, когда? Что-то вас не рвет ни хрена. Да, ой. Я помню, меня рвало. Ой, маля-ля-ля. Млякая тусовка. Ух ты, блин, ни хрена себе. Так, тут у нас чувак бронебойный. Нам здесь.
Интересно, а те типы дверь не поломают? Да не, они не могут дверь поломать. Так, антивирь, пожалуйста. Антивирь, пожалуйста, спасибо. Так, на вас патронов хрен на почёще. На, тебе, дядя. Так, это новая группа лиц идет. Вам огонь. Да и вам на огонь. Горить там потихоньку. Горить там потихоньку. А че прыгуна я сорноуха не вижу. Так, женщины ко мне шли. Шурик, тебе женщины шли, а ты в них пострелял. Они какие, они какие-то странные. Так, а если вам дать флешку? Гранату. Он всех порвало, кроме большого. Большой, на тебе гранату. Пусть тебя порвет. Пусть тебе приснится. Ой, там, по-моему, прыгун сраноухи ковырялся. Так. Большой. На, гля, как из него кровь так хлещет. А, помер, паразит. Так, лутаемся. Так, записки. Да, мне нужны записки. Вот, альбомчики. Да. I'm need альбомчики и все такое. Вот еще альбомчик для рисования. Мне соточку надо набрать. Соточку надо набрать. Так. Этих я тут всех укокошил. Мадам. А может быть даже мадемуазель. Ну, в паспорт-то я, да, не глядел ее. Кто она там, я не знаю. Мадам, мадемуазель. Что-то альбома больше нет для рисования. О, дневник. Так, дневник. Молодцы, все в дневник записываю. А эти вот рисовали в альбомах. Ой, а у этих приказы были. Какие хорошие люди с приказами. Приказываю рисовать. Такие у них, значит, альбомы. Альбом подписан там. Ну, а теперь можно и открыть. Ой, слушай, погоди. Вот в этом ящике иногда лежит что-то полезное. Иногда, конечно, просто граната или какой-нибудь, не знаю, магазин. Быстросменный. О, патроны 7.62. Хорошо. Так. Ну, тут было все как-то просто. Большой был запертый, вылезти не мог. Находился в заведомо, понимаешь ли, положении незавидном. Да. Сам себе не завидовал. Стоял и не завидовал сам себе. Так, кровь зараженная. Там он у нас антивирь стоит. Посеред дороги. Тут у нас что? Ух, целеуказатели понадавало мне. Куда только указывать? Куда только указывать эти цели? Все мимо, главное, да? Так, а что насчет? Что, канистры здесь нигде нету, да? Вот хорошо, что я заправился перед этим. А то б я хз, что я делал. Так, ну давай, открываем сначала вот эту фигню. Они сейчас все прибегут ко мне. И я с ними познакомлюсь. А потом пойдем тайник вскрывать. Так, капельмейстера нету. Ну давай глянем, что в красном ящике. О-о-о! Ну, правда, одноствольный. Но, тем не менее, гранатомет. Сейчас, главное, не бери. Да не, сейчас-то он мне не нужен. Я в домик пока. Глянь. Мелкий, а сломал почти. Так, я могу запустить, но мне не надо передавать знания. Мне надо набрать соточку, чтобы рюкзак прокачать. Сейчас пока отвлекаться не будем на всякую фигню. Светошумовая граната. Вот эта хрень взрывается, да? А вот если я ее сейчас взорву, то это... Ну тут видишь, чем проблема. Нет, давай я ее сразу взорву. Да вот случилось. Почему все остановилось? А, у меня курсор вылетел. А, бля, он как был заклиненный, так и был. Просто если я сейчас случайно, когда вот здесь стою, выстрелю в нее... На этой игре курсор за экран может выйти. Если я случайно выстрелю, меня взрывной волной может укокошить. А я могу, так что... Конечно, мне он разрывало всю мою защиту, но хрен с ним. Нет, там патронов для него мало.
вас много ко мне прибежит. Слушай, откуда вы берете? Да, блин, толпа такая же главная. Наглая. Все? Не, не все. Так, тебе стукну. Там он, мамзель. Ладно, пошли глянем, что у нас в этом. Как я его медленно открываю, мне еще быстродействие надо прокачивать. UMP, ой, это я беру, тут глянь, тут патроны 80, 90, 45, UMP дали. Очень хорошо. Я, конечно, сразу так это в перевес могу идти. Так, оружие дальнего боя. Ну, винтовка мне спортивная не нужна. Так, гранатомет, блин, UMP. Ну и что, может тогда выкинем вот этот? Он 7 килограмм весит. Это мне поможет. Карманные предметы, бомба, бинты. Что у нас тут еще весит, я не знаю. Ладно, придется пока так, Шурик, походить. Походим пока так, а там видно будет. Поехали. Поехали, как говорится, к шефу. Выглядит неплохо. Оно, конечно, выглядит неплохо. Так, ну чё, всё. Мы заезжаем в болотистый город. Я до Одища в прошлый раз доехал, да? Вы помните, меня там укокошили. Затонувший город. Теперь через мост не проезжать. А, не, мост-то в конце, но он там уже, это, открытый. Точно, мост проезжать, как это не проезжать? Очень даже проезжать. Так, здесь те женщины, которые плюют, для нас опасны. Пацаны, флешечка. Этому. 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 Так, назад, блин. Ты чё, антивирит, уколи, чё-то стоял, тупил. Ага. Ой, тут бронированный дядька. Тут еще бомбы, да, это надо иметь в виду. Имел в виду я ваш... Вот этого дядька, его проще бить руками. Он бронированный. На него патронов тратить, его и огнеметом сжечь. Вот. Ага, он обниматься лезет. А вот баба бежит. Бежит. Куда, 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 куда? Куда ты побежала? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какие шустрые. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Заряжайте, Шура, там патроны еще есть. Да, есть еще. Как вас тут много. Да ты, конечно, так нашумел. Ну, я люблю нашуметь. Так, женщина плюющая. Отравить может меня. Выплюнуть не успел ничего. Так, что тут у нас в округе? Тут уже взрывные будут эти. Так, наверное, надо немножко в рукопашную поработать. В рукопашинг. Так, вот эта хрень будет падать. Смотри. Опа! Ага. Это для Мишки кирпич. О, тут там завал произошел. Кирпич для Мишки. Но это... До Мишки еще надо доехать. Блин, было бы здорово до него доехать. И сдыхать ему все лишнее. Нашему товарищу Мишке. Видишь, бультерьер булькает. Вот туда нельзя. Он укусит, укусит, укусит. Кирпич. Кирпич, он же Костя Сапрыкин. Так, мы сюда можем зайти? Да можем, если разбить. А тут нечего разбивать. Тут стекол нету. Спирт. А огнемет пока делать не имею. А, не, почему? Я, по-моему, прокачал. Так, а зачем ты последнюю свою эту... Израсходовал батарейку. А хрен его знает. Я что-то взял и сходу израсходовал. Ага, а сейчас найдешь ящик с кросс. А у тебя батарейки хрен есть. А в ящике многоствольный гранатомет. Блин, надо срочно батарейку найти. В офисе должна быть батарейка. Это же офис. Но у них тут... Аптечка. Но у них тут... Блин, вот ты глянь. Что тут только нет, а батарейки вот сейчас хрен будет. Но у них тут плееры, понимаешь ли. Я не знаю там. Еще что-то. Это же офис. Неужели у вас тут нет батареек в офисах? Неужели нету? Слушай, нет, получается.
Да, нету. Да, они любили баловаться бинтами. Так, мне пишут, что здесь верстак есть. Вот там что за фигня за решоченная? Неужели там ящик с кросса стоит? Да. Перевес, будь здоров. Мишки все тащим. Мишки тащим, до него надо доехать. Так, ветошь. Ну, обычно, на локации бывает батарейка. Нет, здесь верстак, ящик с кросса, к счастью, нету. Ура! Погоди, может, я батарейку могу сделать? Не, не могу, что батарейку сделать. Ну, коктейль молотов хоть сделать. Хотя, я могу уже огнемет сделать. Кстати, да, могу уже огнемет сделать. Ну, так надо же его сделать. Заготовку для огнестрельного оружия надо сделать. И что там для него надо? Пошли огнемет сделаем. Блин, он сейчас такой тяжелый будет. Так, заготовка для огнестрельного оружия. Детали огнестрельного оружия. А как они делаются? Я не помню. Там, по-моему, надо положить металлолом и масляный фильтр. Это что будет такое? Блин, это самодельный глушитель. Твою дивизию, не то. А, я фильтр просрал масляный. Я тебя поздравляю, Шурик. Так, это и это что у нас получается? Детали огнестрельного оружия. А, и вот это надо было с масляным фильтром соединять. Блинский. А у меня больше масляного фильтра нету. Ой, Шурик. Что ты сделал? Да забыл я. Ты просрал масляный фильтр. Эта вещь-то дорогая. Не покупная эта вещь. Ну все, короче. Кирдычокс. Кирдычокс ты меня называла. Нам нужен масляный фильтр. И где его теперь взять, я хрен его знает. Я просрал свое счастье. Свое счастье ты просрал. Огнеметное. Ай, просрал огнеметное счастье. О, отлично, масляный фильтр. Там что, канистра лежит? О, тут бультерьер сидит. Тут ходить нельзя, Шурик. Его как-то надо обходить. Так, обошли. Тут где-то, наверное, канистра. Да, действительно, вот она, канистра. Дробовик, не. Ну, Амброз. Ну что я, совсем что ли безумец? Это Амброз себе брать. Это Амброзию себе брать, не. Так, и все, короче. Больше тут ничего нету. Из таких местов для посещения официальных. И остались только неофициальные. Значит, мы сейчас сюда зайдем. Не зайду так. А сбоку вот тут припеку. Зайду. Блин, мне быстрее надо к Мишке приехать. Чтобы отдать ему накопленное, нажитое непосильным трудом. А где вообще у нас Мишка? Где вообще товарищ Мишка? Ящики какие-то. Бинты. Вот бинтов Мишки можно. Боевой нож. Бинтов Мишки, конечно, можно сбагрить. Соль. Ну вот зачем нам соль? Ее даже нельзя, блин, понимаешь ли, в дробовик насыпать, чтобы стрелять ею. Нельзя сделать патроны с солью. Какие-нибудь супер антизомбические. Это плюющая женщина. Антивири, кстати, у меня больше нету. Это плохо. Это плохо. Это он за забором. Он за забором. Тогда поехали отсюда. Батарейку мне дали. Но, ну так, все, поехали. Теперь нету. Есть перевес охрененный. Где наша тачка? Так, бензин вроде на спине несу. Да. Бензин несу на спине. Так, на цифре 2. Давай его сюда поставим. Обвес. Так, на него. И целеуказатель на него. Так, у меня на винтовке-то остался прицел. Надо проверить. Я не с нее снял. Так, оружие дальнего боя. На винтовке. А, на винтовке все есть. Так, вот он. UMP-ха наша.
А где же этот целеуказатель? Что-то не светит ни хрена. Так, поехали. Где Мишка? Блин, Мишка далеко. До сюда не доеду, до сюда доеду. А Мишка будет, если верхом вот так поехать. Или, может быть, даже верхом. Верхоум. Или сюда, на заставу. Военная застава. Блин, я до него не доеду. Ладно, поехали на заставу. Там антивирь будет точно. Зато Титаник пропустишь. Хрен с ним. Хрен с ним. У меня все свое. Все свое у меня при себе есть. Сейчас вот вопрос. Проедет ли наш дядя Саша через богом забытое место? Ну, там будет большое скопление взрывных штанов и прочей лабудистики. Ага. Вот они сразу. Поэтому к этому надо быть готовыми. Что тут плюющая мамзель будет? Так, тут даже что-то есть с этой стороны. А у меня нет антивирусола, поэтому я могу огрести от плюющей мамзели. Мне надо быть крайне аккуратным, иначе я грибу. Карманный нож. Чё мимо-то все летит, я не пойму. Так, на другой ствол переходим. Вот так. Заряжаться нам некогда. И чё вы тут показываете? Все равно чё-то, говорит, там есть. Так. А мимо летит, потому что перепад высот, я тебе так скажу. О, это кто? Это плюющий мамзель, нахрен отсюда. Убил? Убил. Ребята, чё вас так много здесь, а? Так, вон бультерьер есть в стороне. Он вроде в стороне. Я к нему не пойду. Так, они здесь канистру охраняли, паразит такие. Это, говорит, должно хватить. А, да, здесь больше ничего нету. Нет, тут еще иногда батарейки попадаются. На кирпич брать не буду. Так, он, Шурик, ты на ту хрень не нарвись, да? А то она тебе сейчас как укусит и замутируешь ты к чертям. Кабелячим, блин, сильно перевешенный я. А как бы нам к Мишке доехать? А ты к нему хрен доедешь. Да? Блин, обидно, что я к нему хрен доеду. Мне надо к Мишке. Мне надо к Мишке. Во что бы то ни встало. Мне надо к Михаилу. Ладно, еще поглядим. Может, как получится свой путь проложить таким образом. Если путь прорубаем отцовским мечом. Может быть, мне получится как-то прорубить свой путь так, чтобы приехать к Мишке. Военная подстава. Так, военная подстава. Пошли сразу на военную подставу. Вот жаль, нельзя часть вещей, да? Сложить в этот. Нахрен отсюда. Так, тихо. Тихо. Кто-то на бомбу наступил. Слышали, да? Там же женщина харкат. Так. У меня кончились патроны. Блин, дайте зарядить. Там он бежит этот. Ух ты, нахрен! Блин, ребята! Отойдите, отойдите, отойдите от меня! Что же вы меня так бьете-то, нещадно? Что же вас так много-то? Так ты шумишь сильно. Им не нравится. Отставить меня обнимать. Блин. Тут эти два типа еще идут. А, тут патроны у меня кончились. Че, калаш пора брать? Так. Пацаны, нахрен вас. Так, пацаны. Дайте-ка я возьму себе... Нет, не гранатомет, не пугайтесь. Я возьму себе калаш. Так. Возьму на калаш коллиматор. Возьму на калаш ЛЦУ. Так, заряжу его. Ну вот, теперь другое дело. Вот теперь другое дело. Это совсем другое дело. Хотя, конечно, броню он их хрен пробивает. Блин, какие же они крепкие, а. Кто-то подорвался. Блин, там этот Ахтунг Панталонин. Мне в него попасть, а не в этого дурака. А этого дурака-то можно и так побить.
Ой, Шурик, все поломалось. Стоять! Так, оружие ближнего боя. Ой, у меня труба какая-то, ее надо выкинуть давно надо. Сухары вокруг меня-то бегать. Ты че, издеваешься, что ли? Так, стоять. Карманные предметы, лекарственные травы. Бегают вокруг меня, а? Издевательство какое-то. Так, противоядие мне рано. Много вас тут оказалось. Не справляюсь я с вашим потоком. Ой, как не справляюсь. Избили вы меня. Серьезно. Ой, избили, избили. Так, дневничок еще дали. Скоро там у меня будет 100 этих. Вот тут, кстати. Ага, 85. Вот тут, кстати, ящик с кроссом может быть. И мы туда сейчас свою батарейку будем реализовывать. Чем мне, конечно, антивирь первым делом. Вот оно, вот оно. У меня две батарейки, кстати. Так, ящик с кросса. Что ж там в тебе лежит? Давай многоствольный гранатомет. Давай многоствольный гранатомет. Оу, ес. Многоствольный гранатомет. Красота какая. Так, оружие дальнего боя. Выкидываем обыкновенный гранатомет. Эх ты ж, красота какая. Патронов нету в кольте в этом. Выкидываем его нахрен. Так, МП-5. Патронов мало. Выкидываем его нахрен. UMP пока оставим. Так, карманные предметы. Так, противоядие нам ни к чему. Лекарственные травы. А что там, есть чуть-чуть полечиться? Давай полечимся. Так, что карта гласит? Ага, карта гласит, иди туда. Так, я сейчас не с гранатометом. Ты, главное, себе гранатомет раньше времени не поставь. Так, ну что, я опять с гранатометом. Теперь бы не сдохнуть. Блин, мне антивирь нужен. Ну пошли, скросс откроем, там будет антивирь. Да, пора уже. А то мутация скоро приедет. А то приедет скоро мутация. Так, тут мины. Аккуратнее. Так, оружие ближнего боя. Выкинуть. Вот так. Так, а что у меня там крови? Наверное, крови до хрена. Так, кирпич, давай, выкинем все. Так, и крови, да, выкинуть. Выбросить сколько? Ну, 20-ку точно я могу выбросить. Вот. Осталось 9. О, перевеса. Ух ты, блин! Нафиг! Нам такие подарки вообще. Смотри, вот тут есть вот такая штука. Но открывать ее или нет, я не знаю. Не, мы ее пока открывать не будем. Эту штуку. Да, вот рядом ящик есть. В него заглянем. Там свет, шумовая граната. Все, пошли. Вон там антивир есть. Давай сначала антивирем разживемся, да? Ну да, я думаю, нам лучше все-таки антивир взять. От него толку больше. Ты уже многоствольный гранатомет добыл себе. Ну да, точно. Так что, о большем уже и не мечтаем. А о большем-то мечтать не приходит. Так, ну пока тут суть до дела. Капельмейстер. Еще один получили. Так. Ой, сколько у вас много. Пока никого нет, перезарядим. Не попал. Не попал, попал. Ну и что, все что ли? Так, ну я здесь фактически везде побывал. Можно отсюда по-быстрому уезжать, пока ветер без камней. И тут затупили, не туда лезут. Пока у меня антивир есть, а что тут разглагольствовать? Вот они, смотри, вот видишь, они все хотят к тебе, да? У меня, правда, топливо только до ближайшей точки. И у всех, блин, ветошь.
кровь. Ладно, поехали, ну их всех нафиг. Ну их всех нафиг, поехали. Ой, надо было машину починить. Ну ты далеко на ней не уедешь. Так, к Мишке. Как мне ехать к Мишке? А ты теперь к нему хрен проедешь. Сюда, если поедешь, то тебе не предложат ехать к Мишке. Тебе предложат ехать только прямо. Да. Тут только прямо. Так что Мишка минус. Можно лишнее опять выбрасывать. Не получится к нему заехать. Не получится. Ну, что можно поделать? Ничего не поделаешь. Главное, есть многоствольный гранатомет. Да. А я тайник тоже свой проехал, да? Где мне там тайник был нарисован? Чё-то я так хотел к Мишке приехать. Что проморгал свой тайник. Так, что тут у нас? Так, не попал. Ой, сколько их там есть, ты глянь. Они же сейчас все выйдут. Ребята, а вас там сколько вообще? А, они там за этим. Великий затуп всех времен и народов происходит. Они, так сказать, за стойкой, и вылезти они из нее не могут. Обойти что-то им ума не хватило. Ну, скажи спасибо, что им ума не хватило. Спасибо, ребят, что мы вам ума не хватило, так мне консервов надавали. Сейчас я ими обожрусь. Так, мне там дали какой-то опять обвес. Это уже вот на суда. Оружие дальнего боя. Так, ну я выкидывал же тебя. Я же тебя выкидывал, да? Да. Спирт. Ну что, пора делать огнемет. Огнемет пора делать. Так, значит, кладем детали огнестрельного оружия, кладем масляный фильтр. Делаем огнеметатель. Вот. Он, правда, тяжелый писец. А теперь на верстаке типа костер. Надо будет сделать себе пропан. Без пропана мне делать нечего. Без пропана жизнь не там. Так, без пропана, говоришь. Да, без пропана. Ух ты, мать. Тихо! Ну-ка, не плевать на меня. Ну-ка, давай вот без этой фигни. Давай вот без этой фигни, ветошь. Так, тут еще очень много знаков вопроса. Кровушка. Так, очень надо починить автомобиль. А то он какой-то вообще хреновенький. А че это ты его так плохо починил? Че, с первого раза вы не можешь весь починить? Пацаны, че тут охраняете? Канистру, что ли, храняете? Не то канистру охраняете. Да, канистру. Ну, беги, беги, беги. Здорово. Здорово, здорово. Так, консерву. Что там у нас? 9 килограмм перевеса. А мне до нового рюкзака еще где-то примерно... Сколько там еще надо было? 100 или 110? Я не помню. Я помню, что там что-то в районе 100 очков требовалось. Блин, ну харе бить-то меня. Всякая срань, вот, не упустит момента, понимаешь ли, чтобы меня долбануть, а? Не упустит такого момента, чтобы меня, беднягу, долбануть. Так, а что они здесь вообще охраняют? А, они... Ой, они где-то вокруг пошли, слушай, вот туда можно зайти, там какой-то типа склад. Давай зайдем. Пока эти дебилы там вокруг ходят. А они, по-моему, ко мне прийти не смогут. Тесак. Ну, заберем, но его надо потом выкинуть. Заберем, чтобы не отвлекало, что типа я не обыскал. Не, а, не, они здесь. Ты зря их дебилами назвал. Они пришли к тебе. Они путь-то к тебе нашли. И это он прибежал, ты смотри, да? Видишь, как прибежал? Вот так вот, ты говоришь, дебил. Ничего не дебил, нормальные зомбаки. Все у них на мази. Они разобрались, куда идти. Нашли дорогу. Мясных консервов опять дали. Что-то какая-то одна не, за... не облутанная. Ну ладно. Мясные консервы будем жрать. Так, значит, заправляем тачулу. И что тут я еще? На все знаки вопроса ответил. Нет, вот еще один знак вопроса неотвеченный. Сейчас туда пойдем отвечим.
Да там бы канистру, а то мне надо аж 3 единицы топлива, чтобы до следующей точилы доехать. Точки, точнее. Вот смотри, вот мимо все летит, а ну вот что это такое? У меня, кстати, нет батареек. Ох, как их много тут ко мне хочет прийти. Куда ты свой мачете поднимаешь? Ты на кого мачете поднял? Пацак, ты на кого мачете поднял? Ты должен был присесть и ку сделать 3 раза. Это же обляпанные штаны, ку 3 раза. Ага, а вон антивирусол есть, Шурик, ты видал, да? А у тебя нет батарейки. Это плохо. И взять мне ее негде. И тут я ее хрен найду. Прощай, антивирусол. Но у меня есть один еще запасной. А мог бы еще один взять. Нету батареек. Немае, 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 Патриков. Нету батарейки. Ну что я могу поделать? И если немае Патриков, то Патриков немае. Поехали. Ага. А вот он, кстати, тайник. Нельзя сюда, видишь, так нельзя ехать. Можно ехать только вперед. То есть вот сейчас давай заедем в городской квартал, где есть пункт скрута. Там я, возможно, себе антивирусол добуду. Если он из капельмейстера кровавого выдается. А если он из кровавого капельмейстера не выдается, то все. До свидания. То немае Патриков. Ой, опять там стоят какие-то паразиты. Слушайте, может гранатометом вас пострелять? Не время? Че там, не время, пацаны, из гранатомета стрелять? А я знаю эту локацию. Я тебя понял. Да блин, дайте мне немного что-нибудь кинуть. Флешку хотя бы. Так, ко мне близко не подходить. Ой, твою дивизию, совсем хорош. Ну все, пиндец, меня плюнули. О, давай поглядим, как работает противоядие. Работает ли противоядие? Опа! О, перестало действовать. Красота! Красота. Так, там кто-то подорвался. Противоядие работает. Нормальная тема. Так, пацаны, погодите. Еще чуть-чуть здоровья себе добавлю, а то не равен час. Вы меня тут... Замесите. Замесите, бедолагу. Противоядие хорошо действует. Так, блин, вот этот большой. Его надо рубить. А там вам помощь пришла. Ага. Ох уж эта помощь. Ой, сколько их много. Тут, Шурик, давай. Папульки, папульки, Шурик, никаких очередей. В очередь, сукины дети. Как говорил Шариков. Шарик, точнее. Он там был что-то среднее в этот момент между Шариком и Шариковым. Между Шариком и Шариковым. Блин, он крепкий слишком, этот чел. Пробивать его. Пробивал и не пробил чела. А вот сейчас бы мне какой-нибудь, конечно... Дробовик бы не помешал. А этого Кузьму я и так зарублю. Вот так. А вот так. Так, ну чё. Уложил ты тут всех красиво, конечно. Ну, не так уж и красиво, но уложил. Так, у меня 90 очков. Надо еще какие-нибудь приказы. Есть у кого-нибудь приказы, там, не знаю, дневники, там, разработчиков? Есть у вас что-нибудь при себе? Я такая... Ты, может, там что-нибудь писала там. Сегодня я лазила по старым руинам. Мы нашли немножечко поесть. Какой-то курятины. Нет, крысятины. Нет, я не знаю, лягушатины. Лягушачьи крысятины нашли немного поесть. Мне надо питаться, а то мне бить нечем. Перевеса. Так, собачий корм. Собачья жизнь, собачий корм. Слушай, у нас вот тут рядом есть тайник. Пойдем в него.
Не, сначала мы пойдем туда. Сначала мы пойдем в наш, понимаешь ли, пункт скрос. Тут мины иногда рядом стоят, так что ты аккуратнее, Александр. Не подавись. Не подавись. А он, смотри, опять антитела лежат. О, рукопись. Блин, пятерочки не хватает. Пятерочка, вон мина стоит. Пятерочки не хватает, гранота. Ладно. Налетай, не толпись. Покупай рукопись. Блин, а там красный ящик есть, но я его не открою. Да, потому что и капельмейстера тут хрен есть. Засада, однако. Однако засада. У меня нет антивиря. Ладно, может, что батарейку принес. Может, и принес. Пацаны, батареек нужна. Принесите батарейку, а. Вас так много. Вы неужели никого из вас не нашлось маленькой батареечки для меня? Похоже, не нашлось. Их вообще ничего для меня не нашлось. Вот же ж гады, ничего не принесли, ты прикинь. Хреново, Шурик, что антивирусол у нас с тобой нету. Что батарейки ты куда-то все просрал. Как это получилось, я не понимаю. А потому что, видишь, значит, все эти пути дорожки с тайниками и мною, они почему-то не совпадают. Видишь, путь дорожка в одну сторону, тайник в другую, вот. И в результате я без батареек. Вот, полицейский справочник. Все, 103. Пошли. Ладно, сейчас вот это давай взломаем. Там, по-моему, я теперь могу рюкзак себе прокачать наконец-то. Светошумовая граната. Ну, тут батарейки, понятное дело, не будет никакой. Тут там, может, патрон дадут. Патриков будет. Мая. А может, и не будет. Сейчас поглядим, что там лежит в этом аппарате. Кстати, у меня бензина нет вообще. То есть я даже уехать не могу. Ну это мы, конечно, возьмем. Это мы возьмем. Пацаны, ну может кто-нибудь батарейку мне принесет, а? Ну может батарейку принесет. Перехожу на другой ствол. Так, перешел. Ой, ты глянь. Да ты все равно не пролезешь, вот что ты убьешь, вот что ты зря ломаешь, ты все равно сюда не пролезешь, а? Вася, я снеслась. Ты же все равно не пролезешь. Так, кстати, у меня теперь, значит, давай вот этот выкинем, вот, а этот сюда поставим, а вот этот мы выкинем. Так, обвес. Так, вот это надо, ну ладно, пока пусть остается, так, сюда, сюда. Сюда. Кстати, один из коллиматоров можно сюда. Точнее, не коллиматор. Оружие дальнего боя. Так, на калаше чего нет прицела? Кто вообще его убрал? Кто вообще калаш убрал? Оружие дальнего боя. На калаше есть прицел? Так, все, на всем есть прицел. Так. Ну что, пацаны, вы мне принесли батарейки? Не принесли. Блин, он не заряженный. Здесь опасно ходить без антивирусола, потому что здесь эти плюющие чингачгуки. А у женщин, по-моему, батареек никогда не бывает, они пустые всегда. Все только у мужиков есть, как ни странно в этой игре. Все есть только у мужиков. А вот за что я люблю ковбоя? За то, что все есть у него. Вот такие, понимаешь ли, дела. Так, рюкзакинг. Вот он. 110 надо. Твою дивизию. Ну а тут что? Шанс бить с ног. Дальность бросков. Прокачаем, может, оружие. Ладно, давай оружие прокачаем. Все. Чтобы у меня оружие немного больше наносило урона. Рюкзак отменяется. А мог бы чуть-чуть покопить. Да ладно, успеется. Тут сейчас проблема не в рюкзаке, а проблема в том, что антивирусольчика нету. Вот в этом проблема.
Так, надо найти, где там у нас лежит батарейка. Ой, какая батарейка? Канистра. Ну, куда-то сюда надо идти. Так, куда-то сюда. Вот здесь, кстати, может быть батарейка. Кстати, вот она, канистра, это склад. Ой, давай залутаем. На складах тоже бывают батарейки. Так, путеводитель. А вот, Шурик, тебе путеводитель дали. Надо было чуть-чуть подождать. И получил бы ты свой этот, блинский еж, рюкзак. Да получу я его, никуда он от меня не денется. Все, теперь на рюкзак копим. Копим на рюкзак. Дайте батарейку, блин, ну что вы. Масляный фильтр. Ну зачем мне фильтр, у меня уже есть огнемет. Нет, батарейку тебе не дали. Значит, в любом случае уезжаем нахрен. Ну ты видишь, какая подстава. Они капельмейстер не выдали. Так, а вот в этом заведении я был. Так, это кто тут у нас валяется? Ветошь. Альбом для рисования. Эти вылезти не могут. Всей бригадой. Дебилы. Извиняюсь. Извиняюсь, дебилы. Чё вылезти-то не можете? Она говорит, без дна. Ой, то есть вообще в бочину ты пойти не можешь, да? А погоди, я здесь не могу к нему зайти. А, могу. Ну и чё там? Он помер. Да все, он помер. А, он помер. Так, ну у кого батарейка-то есть? Кто тут у нас с батарейкой? Кто тут у нас такой молодец? Вот она, батарейка моя, наконец-то. Наконец-то моя батарейка. Так, и где там у нас антивирусол? Сейчас машину заправим, батарейку. Впихнем куда следует. Так, машина моя где-то тут стоит. А вот она. Что-то еле ходит она у меня вообще. Что ты еле ходишь? А ну на консервов-то и на собачьего корма съешь. Ну потому что она, силов у нее нету. Перевешена она. Карманный нож. Кстати, вот давай все эти карманные ножики выкинем. Оружие ближнего боя. Ближнего, понимаешь ли, зарубежья. Вот. Оружие дальнего боя. Боеприпасы. 18 килограмм вогов. Не, 18 вогов, 9 килограмм они весят. Так, знаешь что, боеприпасы? Давай мы 12 калибр нахрен выкинем. Не буду я им стрелять. Это не сильно облегчило тебе. Так, карманные предметы. Аптечка. Выбросить. Ой, извиняюсь. Выбросить. Сколько? Ну, давай выбросим все, кроме последней. Так, аптечки выбросили. Бинты. Выбросить. Сколько? Ну, не знаю, десятку точно. Да можно даже и 12. Вот. О, видишь? О, о, полегчало. Так, кровушка. Выбросить. Сколько? Ну, не знаю, 14 штук. Давай 13 выбросим. Во, все, перевеса нет. Ура! Так, антивирусол не тут, Шурик. Антивирусол там. О, так. Мутация вторая. Все равно сейчас еще не завершится. Так, а где он там? Сбоку, что ли? Ага. А там, по-моему, еще один есть. Антивирусол или нет, или это все? Не, все, больше нет. Так, все, уезжаем. Все, 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 все. Уезжаем. 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 Хватит. Максималку выжили из данной ситуации. Живой остался. Пока что. Антивирусол нашел. Вот. Все, поехали, поехали, поехали. Так, сюда. А к Мишке отсюда потом не поедешь. Военная застава. Ну, придется на военную подставу ехать. Ничего не попишешь. Поедем на военную подставу. Мишке бы, конечно, продать барахла. Убежище. Продать барахла. На очках полученных знаний прокачаться потом. Но не судьба. Не судьба. А в убежище это кони тут стоят. Лордовские. Лорда Зим. Так, ну здесь можно заправиться. Мы это сразу сделаем. Заправимся сразу. Вдруг там еще вдруг какой-нибудь чемодан с припасами дадут неожиданный. Теперь смотрим, что здесь имеется. Ага, рация 9. Эй, что-то опять у меня в нос какой-то началось вся разговор. Да что ж такое, а? Я вроде лечусь, а ну что-то... О, давай мы себе попробуем сделать...
Так, пластиковая бутылка и спирт. Таким образом мы делаем пропан. Все, все, еще можем пропан сделать. Для пропана не хватает чего. Да спирта нет больше. Ну хоть один, и то хорошо. Один. Так, мне спирт нужен. I'm need спирт. Бен, это Данила. I'm need спирт. Патроны 45-го калибру. А, ну все. А, ну тут в ящики можно просто позаглядывать. Там он к этому колордазю подойти поближе. Он там что-то бормотать будет. Но у него здесь ящики есть. Но там обычно какие-нибудь прицелы лежат там. Нет, смотри. Ну да, прицелы. И заметку дали. И еще где-то вот тут ящик будет, по-моему. Что-то я не помню, где тут ящик есть. Нету. Нету ящика. А, вот есть ящик, да. Шкаф. Так, тоже заметки. Ну хорошо, и вот еще шкаф. В этом ни хрена. Так. А что-то мы себе на верстаке можем сделать. На верстаке можем сделать себе баночную бомбу. Детали огнестрельного оружия. Не, не нужны. Самодельный глушитель. Это ты, конечно, вообще зря сделал. Нахрен он не нужен. Это самодельный глушитель. Слушай, а он вообще весит что-нибудь, самодельный глушитель? Где он вообще есть? Да, килограмм весит. Выкинуть его нахрен. Целеуказатели нахрен повыкинуть. Тактический урон и разлет сокращает. А этот что делает? Урон плюс 10. Этот урон плюс 15. Ага, слушай, вот это надо поставить. Чок не нужен. Чок не нужен. Так, не нужен. Этот, ладно, пусть пока будет. 750 грамм весит. Так, тактически, куда мы вешаем? Сюда, куда? На калаш. На калашку вешаем его. Жаль, что на огнемет ничего нельзя вешать. Да? Чтобы он у нас точнее стрелял. Лучше все летело. Нельзя на огнемет вешать. Так, ну чё? Поехали. Дрынь. И попадаем мы на военную заставу. Куда-то поехал. Слушай, надо серию закруглять. Ну ща, военную. Не, ладно, все, не будем военную заставу. Да, на сегодня хватит. На сегодня хватит, а то время уже много прошло. Значит, покорять военную заставу, дорогие мои друзья. Ой, ни хрена себе полетели. Слушай, а где вообще было у меня это убежище? Как я мимо убежища проехал, а? Убежище у нас было... А, вот здесь. Понятно. Тут что у нас? Вот оно за... А, я понял, что это. Тут еще будет и вот здесь вот этот вопрос. Тут будет этот, как его, тайник. Все дела. Хорошая точка. Смотри, баб стоит. Там баби какие-то. Но в этой точке мы с вами уже в следующей серии. А на данный момент я провидению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайся выходить на болот, потому что там... Потому что там вот такие женщины плюют в ночное время, когда силы зла, и вот такие вот женщины на болотах властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.